Стальной хват России, привет большой. Подписчики на канале YouTube, привет большой. Привет прутколомам, кто вот в таком аппарате. Вот сейчас я поближе наведу. Знаете, что это за рогатый. Dark Lord. Пока в разобранном состоянии. Кто ломает, крутит прутки. Значит, спасибо Диме Молодцову. Дима, привет тебе огромный. Вот он мне подогнал белые, красные, синие. Это значит, у нас 6, 6,5, 7. Белые — это 7 миллиметров. Для... Они более короткие. Вот один белый уже лежит. Для прямого Dark Lord там прутки чуть подлиннее. Там немножко сложнее это крутить, поэтому... Там прутки у меня с пятерочки начинаются. Ну вот мы хотим с Володей. Сейчас я покажу. Значит, это пруток того, кто этот тренажер изобрел, сделал. Вот белый. Белый не крутился. Вот такой вот. Из вязальной проволоки. Ломать будет Володя. Вот она белая. Вот навожу. Все, давай покажи. Диаметр нули. Давай. Мне просто узнать. Стоп. Вот так вот. Это называется семерочка у нас. Ну, белая семерка. В общем-то, Илья понимает, о чем речь идет. Все ребята, кто имеет этот тренажер, имеют эти прутки. Вязальная проволока. Есть определенная марка. Мы пробовали сталь 3. Восьмерку. Володя сегодня семерку принес по сталь 3, чтобы потом сравнить. А сейчас мы полностью вот кино покажем полный разлом. Естественно, это время в полный разлом входить не будет. Будет входить время только кручения и отдыха. Потому что вряд ли получится у Володи это сломать за одну сессию. Ну, то есть крутя сломать. Попробуем, там решили раз 40, первый раз надо крутануть, потом можно поменьше, раз 30. Сейчас мы это дело вставим, зажмем шестигранным ключом, вот таким, это все дело зажимается. И, кстати, еще добавим одно нововведение. Мы с торца рисуем полосу, что не проворачивается. Я, кстати, сейчас добавлю это. Вот наклоняюсь, но чтобы Володя был в поле зрения. Фломастер. Если сломается, то... Да, но если сломается, понятно, что крутись, не крутись в губках, в которых зажимается пруток. В общем-то, да, ну, во всякий случай нанесем. Давай, посильнее он... А то что-то, себя, да? Да, что-то лишняя болтовня идет насчет того, что сталь 3 слабее вязально. Ребят, прекращайте болтать. Видео показывайте, делитесь. Радуйтесь за соседа. А не пишите всякие комментарии там. Вы Кириллова никого никогда не видели вообще лично и с ним не занимались. Поверьте мне, вы очень удивитесь, насколько вы слабы, если вы с ним лично встретитесь. Поэтому, если он прокрутил сталь 3, восьмерку, Володя сейчас покажет, что он принес. Володя, покажи. Сейчас затянешь, покажешь. Мы обработаем эту сталь 3 до 8,5 и 9 миллиметров. Десятку. Да, покажи. Вон она лежит. Вон. Чтобы это в поле зрения было. Вот. Вот на столе. Угу. Ребят, вот две приготовлены, две десятки. Покажи диаметр. Десятку, естественно, не прокрутит. Это тут разговоров нет вообще, что десятку там мы в состоянии крутить. Ты даже больше взял? Это 12. 12? Да и все, какая разница. Да, обрабатывать будем, да. Мы обточим до 8,5, до 9. Вот такие пока мощные пруты. Естественно, это не крутится.
под этот тренажер и не рассчитан. Ну, попробуем 8,5. Так, я приготовил. Все затянул хорошо. Отметочки сделал. Отметки с торца. Именно вот то, что ровненько. Давай, ровно нанеси. Хорош. Покажи, дай я покажу, что мы делаем. Подожди, стой. Не вижу. Вот, фломастером как раз вот параллельно губкам. И с этой стороны наносить. На белый полос. Вот так вот. Все, отлично. Клади. Я приготовил. Буду подсчет вести количество вращений. Так, подожди. Сейчас я... Да что ж такое? Нервничаю, называется. Ребят, вот здесь будет чистое время отражаться. Чистое время. Ну что, на старт. Внимание. Поехали. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Отдыхай. Отдыхаем. Значит, ну примерно ушло даже меньше, чем по секунде на каждое вращение в одну сторону. Вот время идет. 1,5 минуты, 2 делаем перерыв. Ну, по самочувствию. Полторы, значит, ровно в 2 минуты, когда будет время 2 минуты, мы начнем еще раз вращение. Никаких вставок, ребят. Все вот от начала и до конца. От начала и до конца. Покажи. Да, не прокручивался. Покажи, да. Покажу. Вот, все параллельно. Все как стояло. Параллельно. То есть четко. Вращали. Вращали ровненько. 1,24. 30 секунд отдыхай. Надо сейчас попытаться 30 раз хорошо прокрутить. Сейчас еще таким же заходом можно сломать. Может быть и сломать, да. Примерно на 80 вращений у нас сломался он. Отдыхай. Естественно, выносливость нужна, ребят, силовая обязательно. Тут без нее никуда не деться. И, в общем-то, сила. Поехали, бери в руки. Подожди, стоп. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Отдыхаем. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Отдыхаем. 40, отдыхаем, 2,45. Ну, ребят, тут осталось немножко. Хотим сделать, хотели за 4 минуты с отдыхом, но, наверное, не получится. Сейчас попробуем 3,45, когда будет 3,45. Может быть, хватит 10-15 вращений. 40, да? Давай, держись, Вовка. 7 миллиметров от Ильи Афиногенова. Dark Lord. Вот фамилия здесь написана. Но не буду переворачивать. Вот он. Само название. Плохо тут видно. Dark Lord называется. Рогатый. Рогатый властелин. Ну давай, бери. Давай, поехали. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. 18. Отдыхай. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. 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 Ничего страшного. Ну, планировали, ребят, мы, в общем-то, с Володей-то обговаривали, за сколько сломаем. Вчера быстрее сломался. Вчера мы сломали, покажи, кстати, он сломанный лежит. Вчера без видео. Вот он, мы отметочки тут даже ставили. Вот он белый. Сломался. Причем даже не в основании, а где-то ближе даже к середине. Ну ничего. В общем-то, время именно вращения можно отдельно будет посчитать. И время отдыха. Начнем в 5.30. Так 100 вращений, да, получилось? Уже? Ну да, 80 и 15. 95. А вчера где-то 75 ушло. Ну давай, бери. Пока. Вот, минутка прошла хоть? Не, больше, ты что? Подожди, подожди, стой, стой, стой. Стой. 5.27, 5.28, 5.29. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, давай, девять, давай, давай, 20, отдыхай, отдыхай, отдыхай. Вот, вот, ребята, это говорит о чем. Вот вам, пожалуйста, одна партия. Уже за 100 далеко ушли, вчера за 75 вращений сломали. И это с одной партии, ребят, так что отдыхаем полторы минуты. Вот так вот. Вчера я даже так не забился, как сейчас. Все опухло. Вот, пожалуйста, это же с одной партии. Вот отсюда, ребят, вот отсюда взяли пруток. Вчера один сломали. Вот при вас сейчас второй уже на видео загрузили. Ну и что, вот о чем говорить, это можно сказать? Да разные прутки, в одной партии разные прутки, о чем и Илья говорит. Чуть толщина там играет. Да, поиграл чуть толщина, и все, уже пруток другой. Поэтому как тут зарубаться? Я не понимаю, так, как 6, можно 4, зарубаться. 6.4, а здесь 6.8, да, вот тебе уже. Давай, отдыхай, 7.30 начнем. Еще не... Предплечья, а? Убиваются вообще руки, как смерть. 7.08. Вот так вот. То есть получается, если бы мы вчера на видео записывали, мы вчера бы супергероями были. Вот вам, пожалуйста. А сегодня герои, но не супер. Да, вот и все. И что тут берем? Взяли. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Давай, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Отдыхай, 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 клади. Отдыхай. Позволь, аж, блядь. О, видишь, какое горячее это все. А в основании какие горячие это все. Мы точно тут пруток так и зарядили? Вы самый толстый выбрали. Да, ребят, я потом хотел, я думал, что он быстро сломает, хотел правду рассказать. Ну, на самом деле, правда, она где-то рядом. Все равно чистое время именно бендинга, ломания, сгибания, кручения, как угодно называйте. Все вы видите на видео, что мы делаем. Оно, конечно, не там не 9 минут. И вращение уже у нас далеко за сотню. Лавой уже 3 раза, что ли, да, там под 20 сделал. 140.
Вот такой вот мастодон, горячий. Уверен, огрелся. Горячий, да. А резина дымится, сейчас начнет. И мозоли его на руках стали. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Подожди. 9:30 начнем. Надо сейчас ударно сломать. В этой сессии уже пора ломать. Девять 18. За 20 очков-то должен сделать. Ну бери. Бери. Давай, сейчас, стоп. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 20. Клади. Клади 9. Задал мозоли. Держись. Вот так, ребят. Пожалуйста, вот вам сломанный пруток из этой же, из одной партии. Вчера, там я не знаю, сколько мы были по времени там. Да фигня по времени. Да. Фигня. Минуты 3-4 там. 4. И, пожалуйста, сейчас уже прошло 10:20. Это 4 минуты с отдыхом вчера было. Да, вот. Так что, ребят, прекращаем вообще вести какие-то разговоры по поводу там, кто круче, у кого длиннее. Всегда найдется тот, у кого длиннее. Вот и все, ребят. Покажи. Ну, вчера сломали, сколько интересно был. Вот белый, да? О, 6,3, да? А, белый 6,3. Вот и все. Так, он чуть... Ну, что? Плюс-минус там. Давай, 11:30 сейчас. Подожди. Так, пока, постой, постой. Мозоль. Да, ребят, Володе памятник надо ставить. Ну что, Володя? 16, 17, 18, 19. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, отдыхаем, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, я уже счет обил, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, сука. Сломал? Да. А. Вот это да, ребята, хардкор, подождите, 12, я сейчас паузу здесь нажму. Итого 12 минут на все ушло. Все. 12 минут. Покажи. Ребят, вот это руки ледяные. Фига пруток. Дай-ка я возьму. Это трубец. Блядский. Вот так. Посередине расколол. Ребята, посмотрите, он его разорвало, блин. О. И металл аж там. Не, ну чем вчерашний, этот сегодняшний. Охренеть можно. Охренеть. Раскручивать не будем, ребят. Это лишнее время займет. Вы видели, значит, я сейчас здесь наведу. Ничего не изменилось. Так у нас линия контрольная осталась на месте. Общее время разлома 12 минут. Общее время разлома 12 минут. Здесь все тоже на месте осталось. Кусочек прутка там внутрях. Но вы видите, как разорвало его. Ну, ай, очень горячий. Весь аппарат нагрелся. Очень горячий. От Володи, немца, специально для Стального Хвата России, для всех любителей вот таких экстремальных вещей. В 7 миль... Как ты теперь пойдешь? Все, всем пока, встречаемся в обители.